Ребятушки, всем большой привет! С вами Поля Окей. И сегодня у нас очень вкусный, аппетитный мукбанг. У меня здесь две большие пиццы, каждая по 600 грамм, 34 сантиметра в диаметре. Так, сейчас я вам расскажу, что у меня тут поподробнее. Это пицца с креветками. Я надеюсь, там фокусируется хоть чуть-чуть. Такие вот кусочки аппетитные. И вот такую пиццу я еще ни разу не ела, заказала попробовать чикен терияки. То есть здесь куриное мясо, соус терияки. В общем, не знаю, что там, фокус ловится, не ловится. Короче, такая вот вкусная пицца, аппетитная. Она очень, очень пахнет вкусно, просто безумно. Сейчас будем пробовать. В общем, ребята, на прошлом моем видео, где я кушала суши, ссылочку здесь сейчас прикреплю, подсказочку. Очень много просмотров, я просто в шоке. Как так получилось, если честно? Мне очень безумно приятно, это какой-то вот фурор, прорыв просто. Я сейчас скажу, сколько на данный момент просмотров. 14 709 просмотров. 556 лайков, 733 подписчика у меня, 155 комментариев. Короче, это вообще, я очень рада безумно, никак не ожидала такого толчка. И решила заказать вкусняцкие пиццы. И пускай это не торт праздничный, я люблю, потому что пиццы, здесь нет никаких свечек, но да, сегодня я хочу отметить свои тоже, 700 подписчиков. И вообще просто отметить этот прорыв, фурор. Ребятки, у меня попить, как обычно, водичка с лимоном. Что-то попало, не пилось. Лимонный кусок или косточка. Короче, ребят, кстати, еще очень много комментариев добрых, приятных, но очень много я удаляю, блокирую пользователей. Очень много комментариев очень нелицеприятных, злых, про мои глаза. Ребят, кому интересно, что с моими глазами, действительно любопытно, смотрите видео, где бургеры. Я ела бургеры. Я здесь тоже сейчас оставлю ссылку. Все остальные, кому хочется меня оскорбить, задеть, ну, вы подумайте 5 раз, зачем вам это нужно. Я буду удалять в любом случае, блочить и так далее. Короче, в общем, так вот. Но я стараюсь на плохие комменты, на глупых, злых людей внимания просто не обращать. Короче, я хочу попробовать пиццу, я хочу попробовать вот эту вкусняшку. Вкусно. Очень даже неплохо. Блин, как ее взять-то? Я уже чувствую, что я грязная, как свинота. У меня еще красная помада, блин, я меня сейчас все размажется нафиг. Вообще. Я проверю на селфи свой рот. Нормально. Итак, ребят, в общем, на последнем видео я, как обычно, уже отвечаю на ваши вопросы с последних видео. Но там столько вопросов, дорогие мои, если я кого-то пропущу, кому-то не отвечу, вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что это физически невозможно. Вот, если я буду отвечать всем, то получится очень-очень длинное видео. Как бы, а я пытаюсь укладываться в полчаса примерно. Буду отвечать на те вопросы, которые попадутся мне на глаза, которые мне будут интересны более чем другие. Но в любом случае, все ваши вопросы я читаю, все комментарии читаю, всем почти отвечаю, всем ставлю лайк и очень стараюсь с вами поддерживать связь. Вот. Давайте начнем, короче, с самого верху. Как питаешься помимо мукбанга, следишь ли за ПП или наоборот? Ну, на мукбанге вы видите, чем я питаюсь. Нормально. Блин, аппетита. Здравствуйте, просто.
А свинка Пеппа с вами. Короче, у меня, наверное, вообще на губах просто пипец полный, отвечаю. Они у меня сотрутся, наверное, сегодня. Жесть. Ну и ладно, хрен с ним. Нормальная пицца у меня такая разваливающаяся. Я когда как питаюсь... Мне все время кажется, что все в помаде, ладно, все. Короче, я когда как питаюсь, бывает, я разжирею за месяцок нормально так, потому что жиру я все попало, все, что не приколочено. А бывает, я беру себя в руки и просто, ну, стараюсь правильно питаться, ничего лишнего, и нормально все, как бы. Сейчас вот я хочу маленько, ну, приумерить свой пыл. Мукбанги мукбангами, а помимо мукбангов начать питаться более чисто. Привет, откуда вы? Сколько лет? Привет, я из города Тихвин, это Ленобласть, маленький городок. Мне 25. Так-с, Всем спасибо, кто желал мне успехов. Большое-большое спасибо. Какой у меня рост? Можешь записать видео со сладеньким. Ну, сладкое, ребят, я не очень люблю. Запишу тогда, когда захочется мне самой, просто чтобы не давиться. Рост 173. Интересно, просто если бы тебе дали... $1 миллион на то, чтобы их потратить, есть 24 часа. На что бы потратила? Я бы по-любому вложила бы деньги в недвижимость. Очень большую сумму. В недвижимость, квартиры, в дома. В какие-то, наверное... инвестиции, какие-то акции бы купила. Ну, купила бы какую-нибудь крутяцкую путевку на море. Так, давайте вот эту попробуем с креветосами. Тут, по-моему, креветки составили, сыр, соус, яйцо вареное. Очень нежно. Почему у тебя так мало подписчиков? Ребят, за последние несколько дней у меня их очень много стало для меня. Чему я безумно рада. Всему свое время. Так. Как ты считаешь, большая разница в возрасте, например, если мужчина старше на 10-15 лет, как сказывается на отношениях? Ну, слушайте, на самом деле у меня такого опыта в жизни не было. Я никогда не встречалась с мужчиной старше меня на 10-15 лет. Не знаю, мне кажется, все в рамках разумного, все возрасты, любви покорно, нормальная разница, и может даже и неплохо. Отношусь нормально. Так вот. Корочки я не хочу есть. Что-то мне они сухо получаются. Кто ты по нации? Я русская, но у меня есть восточные корни. Так, теперь давайте эту. Ой, какая она липкая вся, но она вкусная. Какой же вопросик задать? Когда-то ты говорила, что любишь кушать. Так вот, покушать на природе или же в ресторане? Ну, слушайте, я и то люблю, мне кажется, это логично.
на природе кушаешь шашлычок, мышлычок, сосисочки всякие, там, мяско. В ресторане тоже свои приколы есть, короче. Так что 50-50. Помада есть неудобная, наверное, очень смешно кусаю. И чтобы лишний раз не зацепили губы. Ну ладно. Ребята, очень много вопросов. Когда уже будет сладкое? Ребята, куда положить-то? Я вижу просто плохо. Оттуда вот я... Блин, еще перевернулась. Все, ё-моё. Короче, положу вот сюда. Когда будет сладко? Ребят, сладко я не очень люблю. Я не сладкоежка, поэтому... буду есть сладкое тогда, когда у меня возникнет желание покушать сладкое. Вот так вот. Вкусно. Неплохая пицца. И очень быстро привезем. Так. Ты не боишься поправиться от таких видео? Какой твой обычный рацион? Я уже на этот вопрос ответила. Ну, конечно, есть страх того, что я разжирею, как свинота, но я просто буду стараться какой-то баланс держать. Как думаешь, любовь живет 3 года? Не знаю, честно, не могу на этот вопрос ответить. Я не была в отношениях больше 3 лет. То есть, как бы, у меня такого опыта не было. Но верю я в то, что любовь живет бесконечно. Мой любимый парфюм Escada Sunset. Очень мне нравится. Ребятки, вообще много вопросов. Ты смотришь Шайка Эмили? Ты крутая, спасибо. Ты смотришь Шайка Эмили? Да, ну как сказать, я не скажу, что я смотрю прям ее. Я подписана на них, они мне в ленте высвечиваются, но так прям, чтобы я ждала видео или полностью смотрела, у меня такого нет. Там девчонки классные на самом деле. По сути, интересно послушать, ну, положительно к ним отношусь очень. И к девочке Аск Фатима, по-моему, вторая, вот у них вместе очень много видосов. Где ты живешь? Живу в городе Тихвин. В каких странах бы хотела побывать? Да много где, я бы вообще весь мир, наверное, объездила. Блин, этот соус терияки такой вкусный. Как решила снимать видео? Очень много раз отвечала на этот вопрос. Просто захотелось мне снимать мукбанги. Увидела мукбанги и поняла, что тоже хочу снимать их. Ну все. Это вкуснее песня. Что для тебя дороже, любовь или дружба? Конечно же, для меня дороже любовь. Это, по-моему, нормальное, адекватное отношение, что для меня мой мужчина, мой муж, мой парень пока что для меня в приоритете. Чего ты не любишь из еды? Тоже отвечала на этот вопрос. Я не люблю
халву, мед. А так, в принципе, все я ем. Прям что-то такого, чтобы я прям очень не любила, ну такого нет. Сегодня, кстати, я возвращаюсь на работу, с которой увольнялась. Так выжились карта, что я еще раз, ну, хочу, короче, вернуться, попробовать еще раз. Потому что работу в нашем городе найти сложно, и найти то, что мне нравится, вообще еще сложнее. А на той работе я работала все-таки 1.5 года, я знаю работу вдоль и поперек. Работа-то мне нравится сама по себе. Попробуем, посмотрим, что получится. Так, продолжим. Я уже прям предвещаю, сейчас сижу, думаю, сколько будет комментариев про мои глаза, ребят. Ну вот правда, не тратьте время, ни мое, ни ваше. Не портите настроение. Ой. Так. Привет. Можешь передать привет в видео? Зурида Терчукова. Привет тебе большой от меня. Любишь стримы, если нет, то почему? Я про стримы говорила тоже в предыдущем видосе, я еще пока их не устраивала, не пробовала, но когда-нибудь точно попробую. Кем я работаю? Тоже только что говорила. Я возвращаюсь на старую работу, это фирма по продаже оконных конструкций, дверей, натяжных потолков, сейчас уже кухон и так далее. Я менеджер по продажам там. Как ты думаешь, заводить ли канал на YouTube? Мне очень важен твой ответ. Спасибо заранее. Спасибо за то, что вам важен мой ответ. Мне очень приятно. Ну, если я так понимаю, вы хотите завести канал, но если вы знаете, чем вы хотите заниматься, и вы знаете, что это вам будет приносить удовольствие, что вам это нравится, что это не через силу, и то есть вы уже продумали свой контент, то, конечно, почему нет? Я всегда за, чтобы люди что-то пробовали новое. Просто нужно понимать то, что все непросто, и нужно стабильно выкладывать видосы. Не забывать об этом. Это как работа вторая практически. И затраты тоже на это уходят. И время. Ну, мне вот нравится, как бы я хочу развивать дальше канал. Так. Очень-очень много вопросов. Ребятки, столько комментариев добрых вообще, вот на самом деле. Ну, очень приятно, честно. Очень большое вам спасибо. Вы меня так мотивируете вот вашими комментами, вашими комплиментами, вашими советами. Вообще очень приятно. Чудесно выглядишь, это твой стиль. Ой, спасибо вам огромное. Просто вот мне безумно приятно. Многие пишут, что мне очень хорошо челка. Мне тоже так кажется. Вкусно кушаешь. У меня к тебе есть вопрос. Боишься ли ты стоматолога? Я дожусь и боюсь. Ну, как бы, знаете, у меня вообще забавно. Тьфу, не было никогда проблем. То есть я у стоматологов была в детстве просто на осмотрах, когда на работу куда-то устраивалась на медкомиссии. То есть мне ни разу зубы не сверлили. Мне ничего ни разу, короче, не делали зубами. Если я прихожу, мне такие, о, все хорошо. Ну, как бы, и все, и до свидания. Поэтому не боюсь я их. Приятно, приятно смотреть и слушать. Большое спасибо. Хотела бы посетить Баку. Баку я бы очень хотела посетить, потому что у меня мой дедушка, хоть он, ну, не мой родной дед, он из Баку, он азербайджанец. Его, к сожалению, недавно не стало. Ну, вот это, ну, муж моей бабушки, как бы, по отцовской линии. Месяц назад он умер.
Вот. И, к сожалению, ни разу не была в Баку. Но мне бы очень хотелось посетить. И я вообще уважаю. Люблю я эти страны все. Вот второй дед у меня, вот почему я сказала, что я восточных кровей немножко, у меня дедушка второй из Узбекистана. Отец родной моего отца, то есть он узбек. Папа наполовину, я, получается, 25%, но у меня больше как бы внешность, и все пошло в русскую, короче, мою родню. Так, что вот. Угу. На какой возраст себя ощущаешь? Слушайте, ну на самом деле, ощущая себя на возраст, всегда по-разному. Я одна такая, ребята, или есть такие же, как я? Пишите, кстати, тоже в комментариях. На какой возраст вы себя ощущаете, почему и сколько вам вообще лет? Мне 25 лет на данный момент, и я себя ощущаю, бывает на 25, бывает на 30, а бывает на 15. То есть, как бы, реально в каждой ситуации по-разному. То есть, я очень люблю себя порой вести как ребенок, подурачиться, не знаю, побеситься. Бывает, я такая умная, столько всего знаю, как будто я уже женщина с опытом, с таким, с за плечами. Надо все-таки это еще раз распробовать. Какой-нибудь кусочек взять, попробовать. Приятнее. Что я хочу? Вот. Короче, по-разному бывает. Готовила ли суши сама дома? Да, у меня такой был опыт очень-очень давно. Мне, наверное, лет 16-17 было. Наверное, даже 15-16. Тогда суши только начали как-то, знаете, ну, появляться. По крайней мере, в моем городе. То есть это вообще было не развито. И были, начали в магазинах появляться все товары для суши. Ну, или там вот эти циновки, лист специальный. Ну, начинка, естественно, это были крабовые палки. Самая дешевая — это красная рыба по акции. Огурец и сыр. Просто плавленый, да, крутилась сама, ролла получалась. Но самое сложное для меня лично, я считаю, это рис. То есть все зависит от того, как вы отварите рис. Если вы отварите рис отстойный, говняный, там, липкий, там, или наоборот рассыпчатый, или вы пересолите, или еще что-то, короче, суши можно вообще не крутить. База для суши — это рис. Угу. Какие качества человека тебя привлекают, а какие нет? Наверное, как и всех людей, меня привлекают в людях искренность, доброта, отзывчивость, преданность. Отталкивают, естественно, все отрицательные качества в людях. Лживость какая-то, я не знаю, там, зависть. То есть как-то так, злоба. Я в последнее время поняла, буквально за последнее, вот реально короткий промежуток времени, что если я чувствую от людей какой-то негатив в свою сторону, даже если они мне будут говорить, что это не так, если я его чувствую, значит так и есть, потому что мы все, у нас всех развита какая-то интуиция, у нас все равно есть какое-то мироощущение в отношении всего и к людям также. То есть, и я поняла одну вещь, то, что если мне с кем-то некомфортно общаться, то я не буду этого делать. И мне все равно, кто что подумает, кто как отреагирует на мое поведение. Я вот такая, вот, и я так решила, и мне так легче жить. Вот и все. Короче, советую вам общаться с теми людьми, с которыми вам комфортно, с которыми вы чувствуете себя полностью в своей тарелке, и не чувствуете от них никакого негатива в свой адрес, вот и все. Ну и, соответственно, вы, если вы чувствуете, что вам человек не нравится, вам с ним как-то, ну, не очень, тоже не заставляйте себя общаться с этим человеком. Очень красиво подписалась. Спасибо вам большое. Когда захочешь похудеть, ты скажи. Тоже не поняла, что за коммент. Когда я захочу похудеть, я возьму и похудею. Угу. 3 дня назад, комментарий, 245 подписчиков, сегодня их на 500 больше, ребят, на 500. Я так радуюсь этому, вообще капец.
Моя дорогая Рейна Шахинова, моя подписчица любимая. Я всех очень люблю, уважаю, но это подписчица моя первая сама, наверное, которая постоянно пишет мне очень приятные вещи. Красная помада просто огонь. Спасибо большое. Вопросики. Веришь в любовь с первого взгляда? Я в нее верю, но в моей жизни самый такой насыщенный опыт любви, который сейчас у меня, вот, мой молодой человек. У нас любовь была не с первого взгляда, далеко, но она у нас очень сильная, и мы друг друга очень сильно любим. Кем мечтала быть в детстве? Я мечтала быть актрисой и певицей, потому что я очень любила играть в актрису, ролевые всякие игры там. И пела хорошо в детстве, на вокал ходила. Вот. Во сколько ложишься спать? Ну, слушай, здесь всегда по-разному. Бывает в 2 часа ночи, в 3, бывает и в 11 вечера. Квартиру снимаешь или купила? У меня своя квартира. Я ее не снимаю. Купила мне ее мама. Говоришь во сне, ну, слушайте... Я сама-то не знаю, конечно, как я там чего делаю во сне, но я знаю, что мама мне рассказывала как-то раз, то, что она заходит ко мне в комнату, то есть мы жили вместе, мне лет, наверное, 17 было. Дождь, что ли, пошел, по-моему, да. Короче, типа, захожу в комнату к тебе, а ты лежишь, и было больше, что-то, короче, на каком-то языке. Говорит, то ли на каком-то не русском языке, типа на восточных каких-то языках, что-то там, короче, вообще, просто вот реально, говорит, говоришь прям так четко, что-то, а я не знаю этих языков никаких вообще, то есть знаю только русский и английский, там, ну, на начальном этапе, как бы вот, а так, ну, не знаю, говорю с ней или нет. Хочешь уже замуж? Да, замуж, наверное, могу сказать, что я хочу, предложение мне уже сделано больше года назад. Возможно, скоро я выйду замуж. Так, что у тебя с глазом? Ребят, все, что с глазом, смотрите, пожалуйста, видео с бургерами. Я по 5 раз рассказывать ничего не буду. Ты была за границей, если да, то где? Я была в Швейцарии и во Франции, но я была очень маленькая тогда с мамой. Мы там жили какой-то период времени. И потом я... Была в Турции, в Египте. Вроде все. Угу. Все. Какой твой любимый мультфильм? Том и Джерри люблю. Король Лев. Ну, погоди. Ну, из новых тоже много, что люблю. Головоломка, люблю вообще. Мне нравится вообще. Посмотрите. На моменте про свинку Пеппу я ржала. Ребят, я бы сама ржала. Я не знаю, как сейчас, но мне уже пофиг. Пусть там хоть все в этой помаде вот так. Ребята, очень много вопросов. Очень-очень много активности. Большое вам спасибо за это. Приветос. Соус терияки вообще обожаю. Короче, бесконечное количество вопросов. Еще немного поотвечаю все-таки. Как ты познакомилась с этим молодым человеком? Как давно мы вместе? Мы уже вместе 2 года, приблизительно. Познакомились мы давным-давно, знаем друг друга, но встречаться мы начали 2 года назад, только поняли, что как-то нас жизнь свела. То есть он мне сначала не нравился, но он за мной ухаживал, мне как-то вот никак он. И потом бац, что-то произошло, и у меня появились к нему сильные чувства, и, короче, я его очень люблю. А познакомились мы, ну, грубо говоря, с дружбой, как бы, там, уж углубляться я не буду. Без чего отношения не могут длиться долго и счастливо. Да без доверия, наверное, и без понимания, и без услышания. То есть, мне кажется, люди должны слышать друг друга всегда, стараться. Даже если ты не понимаешь,
что твоя девушка, например, говорит, тебе кажется, это бред, а ты постарайся ее услышать, постарайся понять, что у нее на душе. Также и девчонок это касается. Мне кажется, тогда все будет хорошо. Ну и любовь главное. Как назвала бы своего ребенка, мальчика или девочку? Мальчика у меня будет выбирать мой молодой человек, он уже выбрал имя Тимур. Девочку, честно, не знаю. Мне нравится имя. Раньше мне нравилось имя Варвара. Не, хорошее имя Варвара, но я уже сомневаюсь. Маргарита мне нравится еще имя. Но вот у меня как-то так вот. Нет такого точного понятия, как бы я назвала ребенка. Огурец или помидор? Огурец. Прокатилась бы ты на катапульте? Нет, нет. У меня был опыт на Дивоострове в Питере. Мы были с парнем в том году, с моим. И простояли на катапульте. Просто час в очереди на Сан-Сепёке, просто на 30, наверное, 5 градусов жары было, блин, в середину лета. Я стояла все в этот час, и ты весь этот час стоишь и смотришь, как всех запускают. То есть ты смотришь на реакцию людей, и эта очередь близится. А у тебя уже билет на руках, но их можно сдать, если ты не зашел прямо в сам аттракцион за цепочку. А тебе вернут полную стоимость. И, короче, там, типа, нам проходите. Мы проходим, такие рюкзаки ложим на траву, там, на скамейку. И я стою и просто понимаю, что нет. Ребята, нет, вы меня даже туда в пятером не посадите, в эту штуку, никогда в жизни. Я туда не сяду никогда, и меня начинают, я говорю, не, все, давайте это. Она билеты-то уже забрала, девчонка, которая там работает, и мой парень говорит, типа, что можно вернуть билетики, мы не поедем, короче. А они такие, нет, все, вы уже зашли, типа, ну как бы, в смысле зашли, мы даже не прокатились, ну что за дичь на самом деле. Ладно, хрен с ним, в итоге мы тут выбежали, я давай реветь. То, что я такое ссыкло, что мы тратили 2000 или сколько там на эту катапульту, даже не прокатились на ней, или 1000, я не помню, короче. Мне так обидно стало, я давай плакать, мы пошли в какой-то парк ближайший, там, ну, короче, где вот травка, деревья, там люди на траве там сидят, пикники там, я села у этого дерева на жопу в шортах без какого там либо покрывала, реву. Но он стоит, меня успокаивает, и вроде смешно, вот сейчас вспоминаю, блин, чё ревела. Потому что мне вроде как хочется вот прокатиться там, да, на аттракционе на каком-то, ну вот на катапульте. Но я не могу просто, я не могу, просто мне капец как сыкотно. Вообще сыкло на самом деле я в таких моментах. Ой, так, зачем топить их в соусе, в просуши, наверное. Ну вот я так люблю, мне так нравится. Так. Слушайте, а все, комментарии-то закончились. Не так уж и долго. Ну, слушайте, наверное, я не знаю, сколько я там сейчас наснимала уже. Короче, ребят, было вкусно. Вот эта пицца понравилась мне больше, чем это. Вот. Я, короче, съела. Сколько я съела? По 8 кусков, по-моему, да, было в самом начале. Осталось 6. Я съела в целом одну пиццу. И 2 куска, да? Да, 8 кусков и еще 8. Осталось бы 2 съела, да. Одну пиццу, 2 куска. С математикой не в порядке, дуб-дубом дерево. В общем, ребята, с вами была я, Поля Кей. Ответила, постаралась на все ваши вопросы. Я думаю, что видос получился очень длинным, но что поделать, не могу я вот пропустить ваши вопросы. Хочу всем отвечать, чтобы вы смотрели и вам нравилось, было интересно. Ребятки, короче, жду от вас лайков на этом видосе. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Ставьте лайк, пишите коммент, пишите свое мнение, пишите свои мысли, пишите вопросы на следующий видос. Подкидывайте мне идейки, кстати, ну, чтобы мне еще снять такого, как бы, потому что вроде как интересно, но, блин, ребят, ну сладкое, но вообще не мое. Правда, честно. Можно мне что-то перещелкнуть перед тем, как снимать следующее видео, и я сниму. Вот, не обижайся на меня. Короче, ребятульки, давайте, все, всем пока-пока. Все, всем хорошего дня.